Итак, правка сколиоза по Гудвину, ролик номер 2, да, запишем продолжение. Значит, смотрите, если у нас получается вот сколиоз левосторонний, да, в пояснично-грудном переходе, да, вот тут вот. Так, нарисуем. Ну, я преувеличенно, да, как бы утрированно показываю, да, чтобы просто вы видели. А здесь получается немножко вот правосторонний, да? То есть мы должны по логике вещей сверху растянуть, снизу нажать. Нажимаем в данном случае подушкой, да? А сами сверху вот дополнительно растягиваем за руку, да? И вот туда вот его растягиваем. То есть усиливаем ту форму, которая у нас до этого была. И можем пальцем еще подогнать, да, вверх. Раз, раз. Вот. Видите, как мы его растянули? Также можно, например, давай вытащим подушку, положить его на живот. На живот, на живот. Усиливающие формы вот такие, да? И, соответственно, нам надо давить сюда, да? Тогда с этой стороны растягиваем. Вот я с той стороны обойду. Вот там встану. Берем уже за обе ноги. Выше колена, да? Вот, растянули, смотрите, вот мы. И уже с поворотом, уже со скручиванием произошло, да, скручивание. Теперь сюда уперлись, хвостисто, и раз, раз, продавили где надо. Поперечные тоже, раз. То есть это рычаг у нас получается. Ложится человек назад. И еще прием стоя. Давай, встань, пожалуйста. Так, сбоку с торца стола. Встанем. Так, спиной повернусь к камере, чтобы было видно. Получается, вот сюда надавить, да? Левосторонний. Так, давай как он встанет. Давай, да, вот так вот стоит, да, я с этой стороны, чтобы продемонстрировать. Вот, через собственное колено. Ставим колено, вот этой частью, которую нам надо, нагибаем сюда, да? И об собственное колено. Прием похоже, что мы лежа делали, да? А, собственно, колено мы его вот растягиваем. Раз, пониже, повыше, еще повыше. Вот так вот. Растягиваем, стараемся развернуть его. А еще лучше, у нас же ребра сюда пошли, да? Боковые это выпирать, да? Еще лучше немножко со скручиванием, вот с таким в таз. Вот, дорогие друзья, попробуйте. Такой способ, как я вам говорил.